Сегодняшний рассказ о черных дырах, но они меня попросили «Загадка черных дыр» назвать эту лекцию, но, по-моему, никакой загадки в этом нет, а скорее черные дыры для нас – это надежда на разгадку новых физических явлений, потому что давно уже, так сказать, рабочей теорией у физиков является общая теория относительности, то есть теория гравитации современная, с одной стороны, а с другой стороны, квантовая механика тоже хорошо работает. Но никак не удается совместить их, создать единую теорию, квантовую теорию гравитации. И все время к ней подступы какие-то пытаются найти, но теории все еще нет, работоспособной, надежной, чтобы можно было вот ей так, чтобы в учебниках ее можно было объяснять. А черные дыры – это как раз то место, где квантовая гравитация должна себя проявить. То есть квантовая механика и гравитация там примерно на равных должны работать. Поэтому физики стремятся вот туда, вот внутрь черных дыр каким-то образом проникнуть, чтобы посмотреть, где же заканчивается теория Эйнштейна. Вот важно очень нащупать то место, как мы с Ньютоновой теорией гравитации работали и убедились, а вот тут она не работает. Там, в движении Меркурия проявилась ее неспособность описать правильное движение этой планеты. И, слава богу, родилась теория Эйнштейна. И вот теперь ищем, где же теория Эйнштейна перестанет работать, а она все работает и работает. Вот. Ну, я расскажу об этом. Прямо у самых черных дыр она работает. А началось все очень давно. И вообще идея о черных дырах такая древняя, что даже странно, что она долго, очень долго завоевывала умы. Собственно, когда Ньютон написал свою великую книгу «Начало натуральной философии», уже было ясно, что черные дыры должны быть. Просто почему-то Ньютону не пришло в голову эту мысль продолжить до конца и самому объявить, что должны быть в космосе, ну, очевидно, не на Земле, а в космосе, какие-то тела, с которых никто не может стартовать и улететь вдаль. Насчет Земли он все очень аккуратно описал, с какой, ну, тогда про Землю все уже было известно, и масса, и размер. И эта иллюстрация практически взята из вот это оригинал Ньютона, а это уже перерисованное современное. Ясно было, что у поверхности любого небесного тела есть какая-то критическая скорость. При меньшей скорости старта тело будет вас держать рядом с собой, близко ли, далеко ли, но все равно где-то замкнется орбита, а при какой-то критической скорости и более высокой вы уже навсегда его покинете. И уже во времена Ньютона было ясно, что свет – это, наверное, предельно быстрая субстанция. Ну, тогда еще считали, что свет – это тоже частицы, и Ньютон считал, что это корпускулы. Но, тем не менее, скорость-то была известна, и надо было просто поставить в формулу Ньютона скорость света и посмотреть, какое же тело не отпустит от себя свет. Но он этого почему-то не сделал. А сделал это впервые Джон Митчелл. Вот, к сожалению, никто до сих пор не нашел его портрета. Я вынужден туда знак вопроса поставить. Может быть, найдется. Мало ли в каких архивах, или бог его знает, на чердаках там где-нибудь в Англии лежит хотя бы такой вот набросочек. Никто не знает, никто не обнаружил портрет, а человек был очень интересный. Значит, геофизики считают его отцом геофизики. Он же был практически создателем знаменитой лаборатории Кавендишской. Ну, так сказать, его инициативой она была создана, а Кавендиш там деньги дал и так далее. И вот Джон Митчелл впервые рассчитал, каким должно быть тело, ну, он говорил о звездах, он понимал, что звезды наиболее массивные тела, каким они должны быть, какого размера, какой массы, чтобы свет не мог их покинуть. Правда, тогда немножко неверно представляли себе скорость света, там где-то процентов на 30 ошибались, но не суть важна. Главная идея была. Идея была в том, что в космосе должны быть невидимые тела большой массы либо маленького размера. Он это даже опубликовал, он даже сделал доклад. Но как-то это прошло, ну, мало ли, что можно выдумать, и забыто. Впрочем, есть подозрение, что французский математик Лаплас все-таки читал эти отчеты королевского общества английского, но, правда, не сослался на это. А может, и не читал, может, самому в голову пришло.
Он уже в своей книге, кстати говоря, на очень популярной книге, вот это вот вполне себе почти без формул книга, второй раз эту идею высказал, и она второй раз была забыта, потому что, ну, ясно было, вот уже у Митчелла была эта цифра, ну, у него немножко по-другому было, но из его формул следовало, что массу Солнца надо сжать до размеров, до радиуса в 3 километра, чтобы оно перестало отпускать от себя даже быстро летящие, ну, мы сегодня сказали бы кванты, а тогда говорили корпускулы света. Лаплас в первом издании своей книги высказал такую же идею, но, наверное, ему показалось, что это, ну, как-то дискредитирует его. Потому что уж настолько завиральная идея, что в следующих изданиях своей книги он это дело опускал. Но в первом издании оно сохранилось. Значит, уже, можно сказать, 2,5 раза похоронили эту идею. Ну, половину, я считаю, от Ньютона. Он ее явно не высказал. Третий раз с рождением общей теории относительности, с эйнштейновской теории, эта идея начала вновь обсуждаться, потому что он сформулировал новые уравнения гравитационного поля, хотя записываются они в тензорной форме очень, казалось бы, просто, да, там несколько буквочек, на самом деле это система, большая система уравнений, и надо было ее решать. Записал он эту систему, сам нашел некоторые поправочки, которые, так сказать, ему лично доказали, что теория гравитации работает, описывает движение Меркурия вокруг Солнца более точно, чем предыдущая теория Ньютона. И других решений Эйнштейн пока не нашел. Это были годы Первой мировой войны. И тогда, наверное, всем было трудно, и Германия опять воевала со всей Европой, и, в общем, у Эйнштейна были там проблемы и семейные, и так далее. А вот нашелся человек, который первое аккуратное, не какие-то там поправочки, а нормальное, аккуратное решение уравнения Эйнштейна нашел, это был Карл Шварцшильд. Он тоже был немец, о нем вообще очень много можно было бы рассказать. Он и математик очень сильный, и оптик. До сих пор он такие оптические системы придумал для телескопов, которые тогда не могли воплотить, просто техники не было на оптических предприятиях, чтобы это сделать. А сейчас их только начинают делать. Это широкоугольные телескопы, замечательная конструкция. И вот настолько, на 100 лет вперед он нам, так сказать, оставил расчеты новых оптических систем. Много, он был директором Потсдамской обсерватории, то есть он настоящий астроном. И его, как и почти всех мужчин тогда в Европе, отправили на Первую мировую войну, и он в окопах там сидел и заболел. Я не помню, какая-то аутоиммунная система, болезнь у него была, его скрутило, не ранение, ничего, просто здоровье не выдержало, и он в госпиталь попал. И за несколько, по-моему, где-то за 1.5 или 2 недели до смерти, он так и умер в госпитале, он написал несколько работ, и в том числе послал журнал, но уже опубликованных их не видел, умер. Первое решение общей теории относительности. Самое примитивное. Он взял точку, математическую точку с определенной массой. То есть все идеально просто. Сферическая симметрия, от времени ничего не зависит. И посмотрел, как меняется структура пространства-времени на разных расстояниях от этой точки. И оказалось, что есть 2 характерных расстояния от такой массивной точки, не вращающаяся, не электрически заряженная, то есть, ну, самое вот примитивное решение нашел. Там сокращаются все уравнения, все переменные, ну, не все, конечно, переменные, но многие угловые. И 2 характерных расстояния оказалось. Внешнее – это то, что фактически соответствует круговой орбите при полете вокруг планеты. Первая космическая скорость. Когда мы запускаем на низкую орбиту какой-нибудь аппарат, 8 км в секунду, и он будет по круговой орбите летать. Тут речь идет о свете. Если на этом расстоянии, вот фотонная сфера, на ее радиусе, мы запустим фотон, а под действием гравитации его траектория изогнется, и он будет вечно циркулировать по поверхности вот этой сферы, ну, даже по окружности, по сечению этой сферы.
Фактически это аналог первой космической скорости. А еще ближе к этой массе найден был фактически аналог второй космической скорости. То есть скорость света была приравнена к критической скорости. Даже фотон не может из-под этой поверхности уйти на бесконечность. Ну, немножко он может там подпрыгнуть в пределах этой области, но далеко уйти не может. Это назвали горизонтом событий, потому что оказалось, что у этого решения гораздо больше интересных свойств, чем просто у ньютоновой теории гравитации, когда вот либо улетел, либо не улетел. А тут оказалось, что еще и время замешано в этом решении. Оказалось, что снаружи, ну, фотонную сферу легко пересечь, понятно, и снаружи падая можно пересечь и горизонт событий, ну, теперь мы его называем там расстояние или радиус Шварцшильда, или гравитационный радиус, ну, обычно вот event horizon, горизонт событий, так, значит, в математической литературе. И туда можно упасть, а оттуда нет. Даже вот пересечь обратно невозможно. И более того, проваливаясь сквозь эту поверхность, наблюдатель теряет, как это сказать, для него пространственная и временная координата меняются местами, там знак меняется. Если мы можем в обычном пространстве, вот вдали от массивных тел, стоять на месте, то есть не перемещаться в пространстве, но вынуждены перемещаться во времени, не можем остановить течение времени, то под горизонтом событий ситуация обратная. Там нельзя остаться на месте. Любая частица, наблюдатель, как физики говорят, обязательно упадет в центр, туда, в эту нулевую, ну, в общем, к этой массивной точке. И вот что оказалось, что радиус, ну, правда, как его еще измерять? Ну, есть метод измерения радиуса, таких кривых координатах. Радиус этого горизонта событий в точности оказался равен тому, что могла бы прогнозировать простая школьная ньютонова физика. То есть мы приравниваем кинетическую энергию частицы, летящей со скорости света, гравитационной энергии на поверхности этой сферы. И получаем отсюда радиус этой сферы. Оказалось, что и общая теория относительности точно такое же решение дает. Это, конечно, совпадение. Но очень приятно. Можно даже школьникам показывать, что вот приравняли, частица летит со скоростью света, вот вам получается гравитационный радиус, радиус Шварцшильда. Хотя это, конечно, такая хитрость. Ну, приятно, что она может школьникам, так сказать, подсказать. Физика-то одна и та же. А оказалось, что и решение одинаковое. Следующее, да, по поводу, значит, третьей с половиной попытки придумать черные дыры. Она тоже не удалась. Решение было опубликовано в журнале, там, немецком физическом, да, физик, как там по-немецки, шрифт какой-то, не помню. Кто немецкий помнит? Никто не помнит. Сейчас не учит немецкий. Опубликовано, но на него почти никто не обратил внимания, потому что еще и теория относительности была недостаточно популярной. И сама идея о том, что такие маленькие тела могут быть, точно, в общем, никого сильно не затронула. Третье решение, третий подход к идее черных дыр принадлежит вот этому человеку. Эту фотографию мы сделали не так давно, около 15 лет, правда, назад. Для меня это не очень давно. Когда было столетие академика Зельдовича, мы приезжали на его родину, в Минск, и собрались люди, которые этим занимались, ну, более или менее занимались как-то тематикой Зельдовича. И к нам приехал вот, по нашему приглашению Рой Кер. Это новозеландский математик, который в начале, ну, это вот уже пожилой, а в начале 60-х он нашел самое общее решение уравнения Эйнштейна, описывающее черные дыры. Оно гораздо сложнее, потому что там уже учитывается вращение массы, ну и можно электрический заряд, но его обычно не учитывают. Но вращение, без вращения не бывает небесных тел, поэтому решение Керра считается самым таким общим и описывающим реальные черные дыры. Ну, мы не знаем небесных тел, которые бы не вращались. Это невозможно.
Ну, тут всякие, вот видите, из Папской академии даже приезжал, это наш специалист, это я вот, ну, в общем, те, кто как-то так близок был к Зельдовичу, мы тогда собрались, а Зельдович, я еще о нем поговорю, занимался черными дырами очень, очень плотно. А что, что нам гарантирует решение Керра? Оказалось, что если точечная масса еще и вращается, у нее есть момент импульса, то вокруг нее, ну, сферу, фотонную сферу забываем, это тривиальная вещь, вокруг нее есть две поверхности, между которыми некоторый зазор, называется он эргосфера. Если эта масса вращается, то оказалось, что попадая внутрь предела статичности, он в этих точках совпадает, ну это вот на полюсах, понятное дело, совпадает с поверхностью, как это, event horizon, с горизонтом событий, а здесь на экваторе он отстает. Попадая в эту область, тело не может оставаться в невращающемся состоянии. Оно обязано повторять в своем движении вращение вот этой массы. Ситуация примерно такая, как вот вы подходите к детской карусели, вы на нее впрыгиваете, и даже если вам кажется, что вы стоите на месте, а наблюдателю, попавшего сюда, кажется, что он стоит на месте, а его будет таскать вокруг этой вращающейся массы, ну, как сказать, само, не гравитационное поле, но сама геометрия пространства-времени. Там есть такой вот эффект вращения. Тело может потом покинуть эту область, оно, если не пересечет горизонт событий, у него есть шанс еще оттуда вылететь. То есть, если оно влетает внутрь предела статичности, оно покрутится там за счет того, что вращается эта внутренняя масса, но потом, если у него энергии достаточно, оно может вылететь спокойно и не будет поглощено. Вот так примерно выглядит решение Керра. И оно сегодня считается таким стандартом для описания черных дыр. Английский математик, ну он и физик тоже, но и математик, и сын математика великого, Роджер Пенроуз, он очень много времени и сил посвятил исследованию черных дыр, прежде всего математического их содержания, решений этих эйнштейновских. А в прошлом году осенью он получил Нобелевскую премию в основном как раз за эти свои работы. Ну, он это поделил еще с двумя астрофизиками, о них чуть попозже. И вот он такую красивую предложил идею, как можно черпать энергию из черной дыры, используя вот этот факт, что между поверхностью горизонта событий и поверхностью и пределом статичности есть вот этот зазор, из-под которого можно выбраться. Он предложил, ну шутливый, конечно, такой вариант, есть вращающаяся черная дыра. Мы вокруг нее строим какой-то город. А в городе есть всегда отходы жизнедеятельности, контейнеры с мусором. Вот давайте сбрасывать эти контейнеры с мусором так, чтобы они пересекли предел статичности, но не провалились сквозь горизонт событий. Тогда вращение пространства захватит их и увеличит их скорость. И в какой-то момент, когда максимальная скорость будет, контейнер открывается, и мусор поглощается черной дырой, то есть часть массы падает туда, вниз. А мы знаем, что если какая-то масса падает вниз, то она выделяет гравитационную энергию, и за счет этого энергия передается остатку, тому, ну, контейнеру, который ее сбросил. Он становится легче, там приливные силы работают, и его выкидывает с большей скоростью, чем он пересекал этот предел. Ну, он вылетает и какую-нибудь там динамо-машинку крутит, и таким образом мусор превращается в электричество. Это, конечно, шутливая схема, но она говорит о том, что черная дыра – это не могила для энергии, что из нее можно каким-то образом назад получить энергию вращения. Будет ли когда-нибудь такая комбинация использована, неизвестно, но вот это было красиво, как неожиданно, да, что из черной дыры можно что-то извлечь. Это был первый, пожалуй, намек на то, что вообще черные дыры, хотя считается, что все упало, ничего не вернулось, но что-то из них можно черпать. И потом эта идея получила развитие, мы еще увидим какое. Вокруг черной дыры, вращающейся черной дыры,
вращается как бы система координат. И если мы туда запускаем спутник, то он не может, как спутник Земли, по орбите в одной плоскости вращаться. Вот тут, ну, немножко с усиленным таким эффектом, показана реальная орбита спутника. Вот можно, начав ее проследить, ну, там трудно, конечно, проследить, но вы чувствуете, что он не в одной плоскости движется. Он все время его носит, плоскость его движения носит вокруг черной дыры. Причем зависит его траектории от того, как он влетел под предел статичности, с какой стороны. Вот если там внутри сидит черная дыра, это горизонт событий, все, что там внутри, мы не знаем. Там где-то масса сидит, пересек его и пропал. Но вот здесь ты еще можешь наблюдать движение объекта. И он может влететь по направлению вращения, а может против направления вращения влететь. И у него разные. Но так же точно, как на карусель, если мы прыгнем по ее вращению, мы, так сказать, мягко на нее опустимся, а она нас дальше понесет. А если прыгнем в другую сторону, то, скорее всего, толчок ощутим, упадем, и все равно она нас понесет туда, куда сама карусель вращается. Вот примерно такая же история. Это плоскость экватора, ось вращения черной дыры, там, значит, масса внутри сидит. И вот экваториальная плоскость по ходу и против хода, круговая орбита, она на разном расстоянии находится. Ну, а если не в плоскости экватора, мы запустили спутник, вот близко к плоскости экватора, его будет так вот, ну, это, астроном бы назвал это прецессией, поворотом плоскости орбиты спутника. Кстати говоря, когда мы запускаем спутники вокруг Земли, они примерно это же и ощущают, но причина в другом. Наша Земля не совсем сферическое тело, и поэтому плоскость движения искусственного спутника, она все время прецессирует медленно. Это даже используют, вот когда спутники шпиона запускают, чтобы они все время вечернюю и утреннюю область Земли видели, которая перемещается в течение года, Солнце ходит по эклиптике. А вечером очень хорошо длинные тени, и любой объект, он оставляет длинные тени, его легко заметить, там какой-нибудь танк или что-нибудь такое. Вот это используется. Но вокруг Земли есть еще и вот этот эффект, Тиринга он называется. То есть, кроме того, что Земля не сферическое тело, она еще, ну, как бы намек на черную дыру. Не совсем черная дыра, наша Земля, но любая вращающаяся масса тянет за собой геометрию пространства-времени. Поэтому этот, ну, не такой сильный эффект, как вот вблизи черной дыры, но его тоже измерили. Были запущены два, по крайней мере, спутника специальных, внутри которых маленький шарик был подвешен в невесомости, там, в магнитных полях, и он точно измерил, прецессировал внутри спутника. Спутник как бы оберегал его от всех прочих сил, от давления солнечного света, от давления атмосферы земной. Шарик был в идеальных условиях, там, взвешен. И этот эффект физики измерили. Это не просто математика, это вполне четко измеренный эффект. Он подтвердил уравнение Кера в полной мере. Это Яков Борисович Зельдович. Мне очень приятно о нем рассказывать, потому что вот все мое поколение и чуть-чуть предыдущее, и немножко последующее за мной, мы учились у него. Он нам читал лекции по общей теории относительности, по физике звезд, по космологии. Хотя более известен он как один из творцов там, нашей атомной бомбы, водородной бомбы. Вот он, Сахаров, Харитон, это вот трое из наиболее сильных физиков, которые были трижды героями соцтруда, вот за атомный котел, атомную бомбу и водородную бомбу. Но потом, когда бомба была сделана, Яков Борисович ушел в астрофизику. Он очень много сделал в космологии и физике черных дыр. Вот он, я как раз у него был, я не помню, как это у нас называлось, на семинаре там руководил семинар, ну не руководил, а заботился о доске, вот стакан воды приносил каждое утро, чтобы он там пил воду, вот, кстати говоря, читал, ну и как-то раз щелкнул его так из-под тишка. Что он не любил, что он фотографировал?
Что-что? Он не любил, чтобы его фотографировали. Вы знаете, да, я не знаю даже, любил или не любил. Тогда не было такой моды все время щелкать чем-то. Вот у меня был фотоаппарат, и я иногда щелкал. Я еще покажу пару снимков моих. А мало у кого были аппараты, а телефонов вот с камерами не было, и селфи. Вообще постоянно щелкать как-то было не принято. Но это считал, ну, рядовой семинар, да. Сейчас мы понимаем, что это большое счастье было, потому что у него потрясающая интуиция была. Он как-то внутри головы своей физические эксперименты ставил и сразу выдавал результат, а потом только видеоуравнение записывал. И это было приятно очень. Вот. А он был настолько богат идеями физическими, что легко раздаривал их вот на семинарах, на лекциях, просто рассказывал то, что ему казалось, что его интуиция подсказывала. И многие люди потом с этим работали и более в аккуратной форме это математически обрабатывали. А лучший его ученик в этой области – это Игорь Дмитриевич Новиков. Он до сих пор работает в физическом институте Академии наук в Москве. Я рекомендую тем, кого вообще тематика черных дыр и космологии захватывает, прочитать вот эти три его научно-популярных книжки. Они вообще без формул, но Игорь Новиков замечательный совершенно писатель. Ну, кроме того, что он очень крупный специалист по общей теории относительности, он еще и вырос из любителей астрономии, и он прекрасно умеет рассказывать то, что формулы. Вот эти две книжки, они серьезные. Это сборник для тех, кто сам физик или математик. А эти вполне, они выпущены все в издательстве «Молодая гвардия», вот серия «Эврика». Великолепно написаны, и хотя очень старые, но там на пальцах объясняются все основные свойства черных дыр. Ну, в общем, не знаю, лучше, по-моему, никто до сих пор не написал. То, что мы сейчас переводим с английского, оно, конечно, значительно уступает тому, что вот Игорь Новиков тогда написал. А Хокинг. Какая связь у него с Зельдовичем? Прямая. Он, будучи еще не настолько больным, как вот в последние годы, когда он вообще был лишен всего, кроме мыслительного процесса, он еще был в середине 70-х, там, в начале 80-х, более или менее подвижен. Я думаю, все с ним знакомы, да, с этой историей. И он к нам приезжал довольно часто на физфак МГУ и к нам в астрономический институт, который там же, вот в кампусе МГУ на Ленинских горах. Мы тогда тоже не воспринимали его как какого-то гения, понимали, что человек, конечно, обделен физически, и как могли, помогали ему. Он еще говорить тогда мог, правда, довольно неразборчиво, и приходилось с его английского переводить на нормальный английский, и только тогда мы его понимали. А люди, которые с ним, значит, в контакте давно были, они понимали его вот очень неразборчивый английский. Кип Торн обычно переводил на английский язык, такой общепонятный. А Хокинг слышал то, что Зельдович нам рассказывал на семинарах. Там большой астрофизический семинар был у вас. И я помню, что Зельдович рассказал вот эту свою идею, что черная дыра должна быть источником излучения. Что с точки зрения удаленных наблюдателей, которые снаружи смотрят на черную дыру, на горизонт событий ее окружающий, там никогда не прекращается движение. Это не статический объект. Это только в математике можно выразить вот радиус этого горизонта событий, забыть про это. А физик понимает, что все, что туда падает, оно постепенно замедляется и никогда для удаленного наблюдателя не пересекает горизонт событий. Он всегда движется. А любая подвижная поверхность, она может возбуждать какие-то, передавать энергию кому-то. Ну, я даже не знаю, с чем это сравнить. Зельдович нам рисовал такую картинку. Плоскость, потом яма и дальше плоскость. Если кто-то едет на ролик, ну да, не было роликовой доски, ну скажем, едет на роликовой доске, раз через эту ямку проехал и едет дальше. Но если яма дышит, а поверхность черной дыры, вот горизонт событий, он дышит, он подвижный, то можно въехать то с небольшой скоростью, а выехать с большей, если ямка, пока ты через нее
пролетаешь на своей роликовой доске, немножечко изменит свою глубину. И это он нам на пальцах рассказал, а Хокинг развил эту идею, и идея состояла вот в чем. Ну, хотя, конечно, это одна из интерпретаций этой идеи, но можно и по-другому ее выразить. Но вот это самая, наверное, простая интерпретация. Черная дыра – эта поверхность условно показывает глубину гравитационного поля, гравитационный потенциал. Там, чем ближе к черной дыре, тем он, естественно, глубже. Вот та самая поверхность горизонта событий. Все, даже если вокруг черной дыры ничего нет, сплошная пустота, вакуум, все равно вакуум – это не пустота. Физики знают, вакуум – это среда, в которой все время рождаются и гибнут виртуальные частицы. И фотоны, и электроны, и любые частицы, они рождаются и гибнут, потому что у вакуума нет энергии, он не может их сделать настоящими, но колебания, флуктуации квантовая механика нам гарантирует. И вот где-то рядом с горизонтом событий может родиться пара частиц. Они всегда частицы и античастицы рождаются, например, электрон и позитрон. Если одна из них родилась чуть за пределами, а другая чуть перед этим пределом, то та, которая была внутри, она не сможет уже вернуться и саннигилировать, исчезнуть опять с этой частицы. Она полетит внутрь и будет поглощена черной дырой. А куда денется ее энергия? Но они же связаны. Квантовая механика говорит, что одновременно родившиеся частицы, они такая квантовая связь между ними. А она приобретет эту энергию, которую выделила та, падающая вглубь, и станет нормальной, и улетит. Ну, конечно, потеряет часть энергии, пока будет удаляться от черной дыры, та же ее притягивает, но все-таки выберется из этого котла и куда-то уйдет на бесконечность. Как мы это воспримем, если будем смотреть со стороны? Мы воспримем это как излучение черной дыры, вот она чего-то нам излучает. С тех пор это называют излучение Хокинга, потому что он действительно довел это дело до математического почти совершенства, потому что тут бы надо было квантовую теорию гравитации использовать, но ее нет. Но он так, в общем, более или менее рационально это дело описал и формулу получил. А вот она, кстати, на могильной плите в 18 году. Жизнь Хокинга закончилась. Он удивительно долго жил, если иметь в виду его страшную болезнь. Ну, конечно, к этому прикладывали усилия там лучшие врачи, и друзья ему всегда во всем помогали. Он перестал к нам приезжать, когда уже был совсем физически немощным, а пока был более или менее на коляске перемещался, а потом с моторчиком у него коляска появилась. Он к нам приезжал, и мы на семинарах вот все вместе там сидели. Любопытно, я вот смотрю на эту формулу, это температура черной дыры, что вообще до Зельдовича и Хокинга невозможно было представить. Какая температура у тела, которое все поглощает? Значит, оно ничего не отпускает от себя, значит, оно абсолютно холодное. Нет. Оказывается, можем скомбинировать из физических констант понятие температуры черной дыры. На практике это еще не подтвердилось. Дело в том, что если подставить сюда нормальные, ну вот массу, например, массу Солнца, а все остальные константы – это просто константы, получится такая низкая температура, что ожидать от нормальных черных дыр, вот, которые на месте звезд возникают, даже этого излучения не стоит. Если маленькие черные дыры будут с массой там, порядка килограмма, да, они будут со страшной силой светить, но где же мы их возьмем? Но формула есть формула, и вроде бы она должна работать, когда-нибудь подтвердиться. Любопытно, что здесь практически все имена великих предшественников Хокинга. Вот там постоянная Планка, скорость света, можно сказать, что имени она ничего не носит, но все-таки есть люди, которые, астрономы 17 века, измеряли скорость света постоянная. А Больцмана, же можно там постоянный, Ньютона называть, он гравитацию описал первый. Так что вот из как говорил Ньютон, мы пошли немножко дальше, мы видели немного дальше, потому что стояли на плечах гигантов. Да? Ну вот Хокинг стоял на плечах гигантов, и он скомбинировал, и мы теперь вот ждем, когда эта формула подтвердится. Но мало у кого есть
сомнение, что он все правильно сделал. Теперь он лежит в Вестминстерском аббатстве, причем говорят, что его могила между могилами Ньютона и Дарвина. Более почетного места, наверное, трудно себе представить. Но его действительно очень уважают все. А вот это тоже моя фотография. Это один из наших семинаров. И тут три великих человека. Ну, сам Хокинг, еще коляска без мотора. То есть он не нуждался в моторе. Ну, мотором был кто-нибудь, кто вез его. Когда он подъезжал к нам на машине, у нас в институте ступеньки и ничего не приспособлены до сих пор для колясочников. Поэтому мы его отдельно несли на руках, а коляску отдельно. Так что вот, можно сказать, я когда-то тоже носил Хокинга на руках. Но он очень, он худенький, маленький, легкий был. А это мой, значит, один из моих учителей, Шкловский. Он член-корреспондент Академии наук был, потому что очень был не сдержан на язык, и академиком его так и не сделали. Но Иосиф Самуилович был, безусловно, самым ярким астрофизиком у нас. Я у него диссертацию защищал. Так что Хокинг, Шкловский, а вот эта спина, это великая спина. Из них троих он единственный нобелевский лауреат. Наверное, вы догадались, кто это, да? Кипторн, конечно. Тогда он совершенно хипово одевался, с длинными волосами, с бородой. Красавец абсолютный был. Какие-то клетчатые штаны такие. Ну, в общем, ну, хиппи натуральный. И вот он такой высокий, красивый, возил на колясочке Хокинга, совершенно немощного. Но как-то мы воспринимали их не по внешнему виду, а по уму. Вот это было приятно. Да, да, конечно. А где фотография? Вот это? Да, вот это. Это конференц-зал, да, ГАИШ, да. А он до сих пор такой же. Вот только на этой стене выключатели появились. Точно такой же. А это наш институт снаружи. Видите, по этим ступенькам приходилось вот... У нас до сих пор вот ничего не придумали. А есть сотрудник в институте, который буквально повторяет судьбу Хокинга. Он еще в аспирантские годы упал с крыши в стройотряде, сломал себе позвоночник. И уже больше 30 лет в кресле передвигается полностью. Ниже пояса у него все не работает. И в гораздо более сложных условиях живет, чем Хокинг. И мы тоже как можем помогаем, но тоже приходится носить по ступенькам его в этом кресле, потому что мы как-то не можем нарушить архитектурный стиль или что там этого института и не создали никакого пандуса вообще, не знаю почему. А на этой фотографии люди, один из них придумал термин «черная дыра», «black hole». Ну, если и не придумал, то, по крайней мере, пустил его в жизнь. Может быть, кто-то узнал. Нет, посередине Абрам Леонидович Зельманов, очень сильный специалист по общей теории относительности, он хрононварианты придумал, много чего придумал, поэтому он идет посередине. Тут он в этой компании самый уважаемый человек. А это Джон Арчибальд Уиллер, американский физик, тоже отец там водородной бомбы, все они из этой эпохи вышли. Но он Black Hole первым пустил в жизнь в своих статьях, выступлениях. Правда, говорят, что придумал этот термин не он, а просто он читал лекции. Тогда говорили про такие объекты, которые теперь мы черными дырами называем, коллапсары, или там мертвые звезды, или темные звезды. Но кто-то из студентов дошла даже такая, как сказать, ну, в общем, сплетни, не сплетни, но рассказ о том, кто именно высказал, вот крикнул ему «Black Hole». Есть такая Джилл Тартер, американский радиоастроном, женщина очень известная среди тех, кто цивилизации ищет. Вот она вроде бы это сказала. Но тем не менее, профессор это услышал, профессор пустил этот термин в жизнь, и мы теперь считаем, что «Black Hole» — это вот Джон Арчибальд Уиллер. Но он очень много действительно сделал в общей теории относительности, и можно... К великим липнет многое, чего они даже и не делали, и не придумывали. Вопрос. К середине 60-х
уже идея о черных дырах не казалась такой дикой. Уравнения были получены, математики работали, Новиков очень много, Кептор работал в этой области, и сам Рой Кер. Математика была. А как можно было представить себе реальное происхождение черной дыры? Из чего, какой физический процесс мог привести к рождению черной дыры? Ну, всем было очевидно, что это эволюция звезд. Понятно было, что Землю, ну или объекты типа планеты, Земли, никто в черную, никакая сила в черную дыру не превратит. Например, чтобы нашу Землю сделать черной дырой, надо сжать ее до размера порядка 1 сантиметра. Ну, какая сила это может сделать? Никакая. А со звездой вроде бы получается. Вот эволюционная последовательность жизни нашего Солнца. Сегодня оно где-то посередине своей биографии, когда-то из облака появилось, потом долго-долго-долго сжигает в своих недрах водород, а когда водород сгорит, другие, ну, немножко гелий еще там будет сгорать, ну, в общем, Солнце — это достаточно маломассивная звезда, и оно не может дальше продолжать в термоядерном цикле превращать одни элементы в другие, и начинает стареть. А старение его будет происходить так. Ядро, лишенное источников энергии, куда ему деваться? Оно будет сжиматься гравитацией, потому что ничего не противостоит гравитации. За счет этого сжатия, при сжатии газа всегда выделяется тепло, энергия, оболочка начинает нагреваться и расширяется. И мы представляем себе конец эволюции таких звезд, как наше Солнце, в виде красных гигантов. Их полно на небе, и это уже хорошо прослеженная последовательность жизни звезд. Потом оболочка в конце концов теряет связь с ядром, улетает, а ядро остается. И вот надо было понять, а ядро звезды, лишенное источников энергии, во что может превратиться? Может быть, это предтеча черной дыры? Такие объекты мы на небе наблюдаем в большом количестве, в фазе, вот в этой предсмертной фазе, называем их планетарными туманностями, потому что тут тоже есть историческая какая-то хитрость. Обычно говорят, что планетарными, planetary nebula, их назвали потому, что, ну это вот снимки, сделанные телескопом Хаббл, конечно, с великолепным качеством. А когда старые астрономы, старенькие маленькие телескопчики, смотрели на такие объекты, ну представьте себе, размажьте это дело, какой-то такой диск с непонятной структурой, ну раз диск похож на планету, да, их назвали планетарными туманностями. Ну, вот я читал дневники очень известного астронома Гершеля, такое впечатление, что от него пошел этот термин, и он более глубоко его себе представлял. Для тех, кто вообще в истории астрономии погружен, я скажу, что он представлял это как формирование planetary system, планетной системы. Ну ладно, это все тонкости. Так или иначе, мы их называем планетарными туманностями. И видим, что ядро звезды сохраняется, а оболочка разлетается. Очень красивые объекты. До сих пор физика их не совсем разработана. Вот если это мы понимаем, ну звезда – шар, шар. Значит, она сбрасывает оболочку сферически-симметрично. Да, куда ей деться? Вот она, пожалуйста. А вот такая сложная структура, как получается, из сферической звезды. Ну, это отдельный разговор. А что будет с ядром? Внутренняя часть звезды уже не имеет источников энергии, то есть охлаждается. И вот перед вами график, как связана масса и размер холодного небесного тела. Холодным телом мы считаем все планеты, они холодные, у них нет внутреннего источника энергии. Вот, пожалуйста, Земля, ну, на кривой, здесь где-то между, это состав тела, между железом там и льдом, да, ну, у нас железное ядро у Земли и более или менее там силикатные и, в общем, легкие оболочки. Вот положение Земли хорошо показано. Соответствует теории. Уран и Нептун, они богаты легкими элементами, там и водород, и гелий в их составе. Вот они тут. Практически из чистого водорода и гелия, если не сказать вообще из водорода, состоят Сатурн и Юпитер, да, вот они здесь, масса побольше, размер побольше. Но оказывается, что если бы мы взяли какой-нибудь Юпитер и стали бы на него добавлять сверху вещество, что бы с ним произошло? Он, двигаясь по
шкале массы, увеличивал бы свою массу и немножечко подрос бы в размере, ну совсем немножко. А потом, сколько бы мы ни добавляли вещества на него, он бы стал сжиматься. То есть внутреннее давление уже не способно было бы сопротивляться силе гравитации вот этого лежащего сверху вещества. И формальный расчет показывает, что до нуля. Эти расчеты были сделаны еще давно, в 30-е годы, там, индийским физиком, астрофизиком Чандрасекаром. До нуля или не до нуля, или до какого-то тела сожмется холодное ядро умершей звезды. Вот как мы сегодня это себе представляем. Ну, звезды рождаются из газовых облаков, и в зависимости от того, какая масса у звезды, наверное, конец истории может быть разным. Звезды типа Солнца в конце жизни расширяются, сбрасывают оболочку, и на их месте остается маленький, компактный, но все-таки объект с теми свойствами, которые мы более или менее можем описать. Такие объекты называются белыми карликами. Они действительно очень плотные. У них вещество сжато до такой плотности, что в наперстке там тонна вещества, прямо в объеме кубического сантиметра примерно тонна вещества. В лаборатории такое не сделаешь, но физика непринужденно описывает такие объекты. Это все понятная вещь. А если звезда была более массивной, то ее эволюция внутри продвигается намного дальше, там происходят термоядерные реакции, которые превращают водород и все прочие элементы в железо и в близкие к нему там никель, кобальт и так далее, и железное ядро стремительно сжимается в конце эволюции звезды, энергия, высвободившаяся, сбрасывает уже не как-то мягко вот так вот оболочку, а в виде взрыва, мы это называем вспышкой сверхновой, и вот судьба этого сжавшегося ядра, она более любопытна, она уже представляла интерес для физиков той эпохи, середины 60-х, и они хотели проследить, во что же она может, плотное тело, превратиться. Ну, мы видим, что сегодня мы видим два варианта, в нейтронную звезду или в черную дыру, ну, чуть попозже об этом поговорим. Как маленькое массивное тело может проявить себя на фоне звездного неба? Как мы вообще могли бы там нейтронную звезду или черную дыру, маленькое, компактное, не светящееся, уже холодное, остывшее тело, как бы оно... А вот примерно так будет выглядеть черная дыра на фоне звездного неба. То есть саму черную дыру мы не видим, но мы видим, как она преломляет лучи света, идущие от далеких звезд. Фактически мы видим вот пустоту, потому что отсюда лучи к нам не придут. Они огибают черную дыру, меняют свое направление, и всегда мы их видим вдали. Даже если звезды вот там были, мы их увидим где-то вот здесь. Причем это точное. Это не просто картинка художника, это довольно точный расчет, и он для вращающейся черной дыры сделан, поэтому направление вращения, вот экваториальная плоскость, она тут проявилась. Но каждый, кто более или менее близок к астрономии, понимал, что это все теория, а на самом деле увидеть просто черную дыру, вот как она себя проявляет в космосе, никаких шансов нет. И даже нейтронную звезду никаких шансов нет, потому что она, да, очень маленькая, да, очень плотная, но абсолютно не светящаяся, когда уже остывает. И вот тот же самый Кип Торн, когда написал свою книжку «Черные дыры. Складки времени», мы ее на русский перевели, замечательная книга, надо ее читать. А он такой, значит, тезис выдвинул. Такой объект, ну а действительно размер нейтронных звезд и массивных черных дыр десятки километров всего лишь. Надежда увидеть такой тусклый объект столь же мала, как и надежда увидеть планету, принадлежащую другой звезде. Иными словами, надежды нет. То есть в середине 60-х теоретики были уверены, что никогда мы не увидим проявлений ни черных дыр, ни нейтронных звезд. Ни почему-то он даже в эту компанию и планеты, то, что называем мы сегодня экзопланеты. А вообще-то говоря, он прав тогда был. Вот я уже тогда вполне был таким грамотным любителем астрономии, а в 70-м в университет поступил уже и студентом. Я тоже не думал, что при моей жизни мы когда-нибудь увидим все это. То есть реально в телескоп это заметим. Шансов был ноль. А теперь вот все это мы видим. Это, конечно, здорово.
Кто первым увидел нейтронную звезду? Вот это молодая английская астрофизик Джоселин Белл, которая была аспиранткой Кавендишской радиоастрономической лаборатории. И тогда она обрабатывала записи, полученные на новом радиотелескопе. Такое целое поле, занятое радиоантенной большой, там, дипольной. И из космоса приходили сигналы. В то время еще не было компьютеров, не было таких мониторов. И все записи на бумажных лентах самописцем были. И вот кусочек той бумажной ленты. И она заметила вот такие периодические сигналы. И своим руководителем работы, Хьюишу, он был ее шефом, рассказала, что в космосе есть какой-то периодический радиоисточник, причем с очень высокой частотой, посылающий радиосигнал. В то время была очень популярна идея поиска внеземных цивилизаций. Приняли это дело сначала как позывные какой-то цивилизации, засекретили. Насколько я знаю, в истории астрофизики это был первый факт отложенной публикации, скажем так. На 4 месяца засекретили это дело, никому не рассказывали, ни журналистам, не хотелось попасть в лужу, да, с сообщением об открытии внеземной цивилизации. И правильно сделали, потому что через несколько месяцев поняли, что это никакая не цивилизация, а вращающаяся маленькая плотная нейтронная звезда. Поторопился. За эту работу, за открытие того, что мы теперь называем радиопульсары, маленькие, плотные, очень быстро вращающиеся, там, с периодом иногда 1000 оборотов в секунду, с сильным магнитным полем, такие передатчики космические, за эту работу была дана Нобелевская премия. Но не ей, а ее руководителям, вот Хьюишу там и Райту. Она Нобелевскую премию не получила, хотя она реально открыла это явление. Это, конечно, очень сильно вызвало такую негативную реакцию в сообществе астрономов. Там был, в общем, до сих пор мы об этом говорим. Но она свою долю славы получила. У нее столько премий, она стала большим астрофизиком и в администрации работала научной очень активно. То есть она, но без Нобелевской премии оказалась. Хотя все понимают и все говорят, что открытие нейтронных звезд – это ее заслуга. Где нейтронные звезды? Их много. Мы их сегодня понаоткрывали примерно 2500. Самая изученная из них находится вот в этом объекте, это карбоидная туманность, остаток взрыва звезды, который у нас на Земле наблюдался в 1054 году, без малого 1000 лет тому назад. Его зафиксировали и южнокорейские, и японские астрономы, и где-то там в Южной Америке инки или ацтеки, я не помню, тоже что-то нарисовали на скалах. В общем, много есть свидетельств этого взрыва, а сегодня это разлетающиеся остатки звезды, а само ядрышко, вот нейтронная звезда, оставшаяся от взрыва, сидит, вот тут я ее обвел, в серединке, и мы ее изучаем. И не только ее, 2500 нейтронных звезд обнаружены, и изучаются разными и оптикой, и рентгеной, и гаммой, в общем, во всех диапазонах. Это уникально полезные объекты, потому что плотность их вещества вообще не поддается 10 в 14 степени грамм в кубическом сантиметре. Значит, 6 порядков мы убираем, получим тонны. 100 миллионов тонн в кубическом сантиметре. Вот если я могу представить себе плотность белого карлика, берешь там кубометр воды, сжимаешь до наперстка, вот тебе белый карлик, да, тонна в кубическом сантиметре, то 100 миллионов тонн в кубическом сантиметре, это невероятно. Это даже чуть больше, чем плотность атомных ядер. И вот такие объекты, слава богу, астрофизики имеют счастье изучать. Но все-таки это не черные дыры, это объект с поверхностью твердой, такой вот объект. А как мы их изучаем? Как правило, мы их не видим. Очень мало нейтронных звезд видны как отдельные объекты. Мы их изучаем, когда на них что-то падает. Как правило, это происходит в двойных системах. Звезды любят жить парами,
Если одна из них взорвалась, сбросила оболочку, а на месте звезды остался там белый карлик, нейтронная звезда или черная дыра, она может подсасывать вещество со второй своей соседки, и это вещество, падая на очень компактный, но массивный объект, разгоняется, продолжает, тут же орбитальное движение происходит, они же оба вокруг общего центра массы вращаются, вещество падает, продолжает вращаться, набирает обороты, приближаясь туда, момент импульса сохраняется, разогревается. Почему? Здесь оно медленно, ну, относительно медленно движется, а здесь с большой скоростью угловой. И слои трутся друг об друга. Это все называется аккреционный диск, а сам процесс падения вещества – это аккреция. И тут оно разогревается, это вещество, до очень высокой температуры и становится источником и оптического, и рентгеновского излучения. И таким характерным образом заявляет нам о том, что здесь очень компактный, массивный объект. И вот так мы узнаем об его присутствии и какие-то его свойства выясняем. Это, конечно, все иллюстрации художников. Мы никогда не видели вот в таком идеальном, разрешенном, четком виде эти объекты. Они все далеко от нас, они только их изображения восстановлены по тем свойствам, по спектрам, которые получаем. Ну, всегда удается это восстановить. А да, звезда нормальная, поток аккрецирующего газа. Нередко здесь в центре аккреционного диска возникают два джета, две таких очень хорошо сфокусированных, быстро движущихся струи вещества. В целом понятно, почему они возникают. Там высокая температура, газ большим давлением обладает. Куда ему вырваться, когда у него большое давление? Вдоль диска он не может, надо было проткнуть большую толщу вещества, а вдоль оси вращения ему легче выпрыгнуть. В целом понятно. А вот как там фокусируется эта струя, не совсем понятно. Там же нет ракетного сопла, которое вот жесткое и как у ракеты, значит, в одну сторону выбрасывает горячий газ. Там магнитные поля есть, вероятно, они как-то фокусируют. Очень иногда просто вот угол раствора 1-2 градуса всего лишь у этого джета. Это пока еще так не совсем понятная вещь. Могли бы мы сказать наверняка, в центре аккреционного диска сидит черная дыра или нейтронная звезда? Да, могли бы. Если бы у нас были очень хорошие телескопы, тогда бы мы посмотрели вот прямо вот сюда, вот уткнули бы телескоп. И если бы картинка была достаточно четкая, мы бы увидели следующее. Внутренняя часть аккреционного диска, потом немножечко темнеет он, потому что уже гравитационный потенциал тут такой большой, что вещество излучает, но квантам трудно оттуда выбраться, они краснеют, это гравитационное красное смещение. Но потом яркая точка. Почему? А вещество в конце концов падает на твердую поверхность нейтронной звезды, нагревает ее, и там в центре аккреционного диска яркая точка заявляет нам о том, что это нейтронная звезда. А если бы мы увидели, что вещество падает, 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 оп, и темнота, мы бы сказали, что там черная дыра. Оно туда провалилось, вещество, и уже из-под горизонта событий ничего не выходит. Но у нас нет таких телескопов. Я думаю, не скоро будут, у которых такие возможности рассмотреть центральную часть аккреционного диска. Мы только по каким-то косвенным параметрам судим о том, нейтронная это звезда или черная дыра. Вот эта картинка, она очень популярна, ее впервые бывший директор нашего института Черепащук построил. Здесь для двойных звездных систем, в которых есть вот такой вот, как говорят, релятивистский объект, ну, нейтронная звезда или черная дыра, показана масса звезды оптической, ну вот этой, и масса невидимого объекта, на который аккреция происходит. И прямо видно, что на две группы разделилась четкой границей между ними. Те, кто менее массивны, и те, кто более массивны. Общая интерпретация такая – это нейтронные звезды, это черные дыры. Есть некая граница по массе. И расчеты показывают, что нейтронная звезда с массой больше трех масс Солнца, это масса Солнца,
она уже не выдержит собственного веса и будет сжиматься, и дальше ей не во что превращаться, только в черную дыру. То были остатки звезд, и мы себе хорошо представляем, как пришла природа к этим черным дырам с массами, ну сколько там, 4, 10, недавно были открыты массы, черные дыры с массами 30 масс Солнца, ну мы понимаем, да, звезды-то бывают с массами там до 100 масс Солнца, от них такие вот черные дыры и остаются, но в последнее время стали обнаруживаться черные дыры с огромными массами, например, промежуточные массы, тысячи, десятки тысяч масс Солнца. Такие черные дыры обнаруживаются в некоторых звездных скоплениях. Вот перед вами два звездных скопления. А Мессия 15 – это в нашей галактике, а вот G1 – в галактике туманность Андромеды, М31. В центре и того, и другого, по движению звезд обычных, мы понимаем, что сидит какой-то массивный объект с массой, ну, примерно 10 тысяч масс Солнца. Но никак себя не проявляет, кроме как гравитации. Он притягивает звезды, звезды мечутся там с большими скоростями, а его не видно. Вывод только один может быть, там черная дыра. Но откуда она могла взяться? Масса 10 тысяч масс Солнца. Но звезд таких не бывает. Они просто не могут такие существовать. Они давно, ну, не могут, нет таких в природе звезд. Вот это промежуточные массы черных дыр, и происхождение их пока непонятно. Но есть и похуже, ну не то чтобы похуже, поинтереснее черные дыры, помассивнее. Они сидят в центрах галактик. Самая изученная галактика наша. Это ее центральная область. Вот масштаб, один световой год. То есть это действительно самый центр нашей галактики. Оптический телескоп там вообще ничего не видит, потому что мы в диске галактическом живем, центр галактики находится в центре галактического диска, и между нами и центром галактики огромное расстояние, заполненное пылевыми межзвездными облаками. Но этот снимок сделан в инфракрасном диапазоне, а инфракрасные лучи все-таки худо-бедно проходят сквозь космическую пыль и какую-то картинку нам показывают. Вот тут вот самый центр галактики. Оттуда идет довольно мощное радиоизлучение, довольно мощное рентгеновское и даже иногда вот там признаки аннигиляции вещества. То есть видно, что что-то там такое интересное сидит. Но как туда добраться? Потому что даже инфракрасный телескоп уже тут ничего не различает по отдельности. Нужно было придумать специальную технику, которая бы резко повысила качество картинки, получаемой телескопами здесь на Земле. А качество картинки ухудшается из-за нашей атмосферы. Она размывает изображение, и мы видим всегда такие вот не очень четкие картинки. Такая техника была придумана. Сейчас я вам покажу. Вот это вот одна... Так, вернусь сюда. Вот буквально вот этот вот кусочек маленький сейчас перед вами. Видите, какое размытое изображение? А в центре оно вообще было размытое. Но мы включаем систему улучшения качества, она называется адаптивная оптика. Она делает более резким, более четким изображение космическое. И, в общем, как бы нейтрализует то размытие, которое наша атмосфера создает. И еще раз, вот давай, была клякса сплошная, одна угловая секунда на небе. И вдруг, включив систему адаптивной оптики, мы видим там отдельные звезды. Видим и следим за их положением. Начиная с 95 года астрономы следят за движением звезд в самом центре. Я вам закрываю. И, ну, давайте вот так. В самом центре галактики. И вы видите, как они там летают. Вокруг чего они летают? Вот этой белой звездочкой показано то место, вокруг которого они летают. Но там ничего нет. Звезды мы видим, вот знаменитая S02, она уже два оборота сделала, вот эта S02, вокруг пустого места. Но наблюдая за ее орбитальным движением, мы многое можем сказать. Школьная физика позволяет рассчитать, какая же масса тут сидит,
вокруг которой все эти звезды движутся. Некоторые не вокруг, некоторые пролетают просто мимо, уходят куда-то далеко, а некоторые вот они на связанных орбитах движутся. Масса в 4 миллиона масс Солнца там сидит и никак себя, кроме гравитации, не проявляет. Вариантов нет. Это черная дыра. 4 миллиона масс Солнца, сжатая до состояния черной дыры. Пенроуз получил половину Нобелевской премии в прошлой осенью, а вторую половину Нобелевской премии поделили два вот этих астронома, Гензель и Гесс. Оба они, Гесс американский астроном, Ричард Гензель европейский, они в течение нескольких десятилетий как раз следили за движением звезд в окрестности центра галактики. И с их, по их результатам мы поняли, что это то место, где сидит большая черная дыра. Так что Нобелевская премия фактически, но она так сформулирована, что там само вот слово black hole не фигурирует, но все понимают, что это за открытие черной дыры. А ГЕС работает вот на этих телескопах, это на севере Чили, в чилийских Андах, такая система из 4 гигантских 8-метрового диаметра телескопов и еще несколько 2-метровых, и все вот это вот хозяйство, как один многоглазый телескоп может работать. И к тому же там есть система адаптивной оптики, которая улучшает качество картинки. А ГЕС работает вот на этих крупнейших в мире двух телескопах 10-метрового диаметра, вот на Гавайях стоит. Ну, у них примерно такие же возможности, как у европейской этой системы. Так что это лучшая техника, астрономическая техника в мире, позволила как раз обнаружить черную дыру в центре галактики. И Нобелевская премия по делам им досталась. Это вот тот самый замечательный комплекс европейских телескопов. Ну, тут он немножко схематично показан. Показаны пути, по которым собранный этими гигантами свет потом под землей собирается вот сюда в лаборатории, тоже подземной, и там складываются лучи, полученные этими четырьмя и еще дополнительными тут 2-метровые телескопчики, они тут перемещаются по этим установочным местам, и все это такой гигантский оптический интерферометр, который позволяет очень четкие картинки делать. Наблюдения продолжаются, и между прочим, вот буквально они уже получили Нобелевскую премию, а потом в начале нынешнего года опубликовали результаты, что в движении звезд вокруг нашей родной черной дыры проявились все эффекты общей теории относительности, и прецессия орбиты, и там скорость, как надо меняется, и поперечный эффект Доплера. В общем, все, что теория относительности предсказывает, все это проявилось в движении звезд вокруг нашей центральной черной дыры в нашей галактике. Вот эта орбита звезд примерно так, ну не примерно, а точно так выглядит. А это наша Солнечная система, ее масштаб. Вот тут все большие планеты, а это далекая одна планетка летает, Седна. А, то есть это, в общем, все, ну, близко к масштабу нашей Солнечной системы. Вполне компактная такая, компактная система звезд. И все движения их очень точно позволяют выяснить, что там находится в центре. Но она никак себя не проявляет. Вот показано, как в 18 году эта самая знаменитая звездочка S2, ну ее S0 раньше называли 2, сейчас просто S2, пролетела на минимальном расстоянии от черной дыры. В небесной механике есть специальный термин, когда какая-то планета на минимальном расстоянии от Солнца проходит, говорят, прошла через перигелий, когда на минимальном расстоянии от Земли через перигей. А надо было придумать какой-то термин прохождения на минимальном расстоянии от черной дыры. Мы на русском его придумали, вот моя коллега Оля Сильченко, передырий. Ну, по-моему, как-то не очень он звучит. Ну, а на английском я еще вообще не видел, чтобы кто-нибудь такой термин. Переблэкхол, ну, как перехол, да, не знаю, в общем, надо подумать. Ну, передырий тоже ничего. А прошла со скоростью 7000 километров в секунду, вот в этой ближайшей точке. Это, конечно, безумная скорость, но никуда она не денется, она по связанной орбите крутится. Но, между прочим, за последние годы мы открыли несколько,
около десятка уже, быстро движущихся звезд в нашей галактике. Они летят, как из пушки, со скоростью где-то там 600-700 километров в секунду. С такими скоростями они покинут нашу галактику обязательно. Вопрос, а где они набрали такие скорости? И вот сейчас, по измерениям их движения, так сказать, обратно его прослеживая, мы понимаем, что они были выстрелены из окрестностей центральной черной дыры. Вот она еще и стреляет отдельными звездами. Ну, значит, механика там такая, двойная звезда пролетает мимо черной дыры, приливный эффект разрывает эту двойную звезду, одна выходит на связанную орбиту, а другая с увеличенной скоростью покидает нашу галактику. И мы таких уже открыли, около 10, я сейчас не знаю, текущее состояние. Был, да. А вот это, то есть Альтамир, это такая же звезда, Альтамир? Ой, нет, что вы. Нет, Альтаир – это просто регулярная звезда, которая живет в гало-галактике, но в данный момент она пролетает мимо Солнца, недалеко от Солнечной системы. А поскольку она в гало-галактике живет, то пролетает через диск галактический, она набирает скорость, довольно быстро движется. Ну, потом она уйдет в гало и будет вот так. Обычная старая звезда галактического гало. Да. Но... Синий, красный, синий. Она вроде в правой части должна быть синяя, а в левой красная, с увеличением скорости. Я думаю, они тут хотели гравитационное красное смещение отразить, наверное. Но оно настолько маленькое, что вряд ли вот так бы ее цвет поменялся. Это, конечно, условно. Ну, что вы хотите от картинки? То есть это так, абстрактно? Абстрактно, конечно. Ну, нет, это не серьезно. Цифры правильные, а картинка условная, да. Вопрос. Скажите, пожалуйста, здесь, вот в этом положении, сейчас звезда двигается как единое целое. Ведь звезда не твердое целое, но когда она проходит вот этот... Она деформируется, конечно. Она деформируется, конечно, да. Она вытягивается вдоль вот этого стрелочки или... Не совсем. Если бы она на месте стояла, она бы вдоль вытянулась. Но там она вытягивается в эллипсоид, но он не совсем туда, к центру. Он запаздывает в повороте. То есть медленный разворот? Да, конечно, медленный разворот. И тормозится, конечно, и тормозится при этом. Да, и она уже второй орбитальный оборот немножко ближе к черной дыре и все время будет приближаться к ней. А все это Эйнштейн когда-то нам продемонстрировал на примере движения Меркурия. У Меркурия та же история, его орбита поворачивается медленно, вот эта прецессия орбиты Меркурия была первым доказательством того, что теория относительности Эйнштейна работает. А теперь мы это видим на примере звезд, которые рядом с черной дырой летают. Как мы еще можем проявление черных дыр зарегистрировать? Например, другое открытие Эйнштейна – гравитационные волны. Черные дыры – это практически чистая гравитация. Это масса, спрятанная и недоступная нам под горизонтом событий. Чистая гравитация. Но ведь гравитационные волны – это тоже чистая гравитация. И уравнения Эйнштейна прогнозировали, что движение, ускоренное движение объектов массивных должно рождать такое бегущее со скоростью света изменение геометрии пространства времени. Это был прогноз, но все понимали, что это... Вот интересно, заработает или нет? Нет, а эта гифка не заработала. Ну, просто эти две массы должны тут вращаться. Слушай, почему-то не каждый раз работают гифки. Хорошо. А уравнения Эйнштейна показывают, что в лаборатории, двигая массы туда-сюда, мы не можем создать гравитационную волну настолько сильную, чтобы зарегистрировать ее в этой же лаборатории. Нужны очень большие массы, движущиеся с очень большими скоростями. Тогда есть шанс. Где эти большие массы? Звезды. У нас ничего более массивного под руками нет. Значит, надо наблюдать двойные звезды, которые, может быть, как-то проявятся в их движении то, что они часть своей энергии отдают на возбуждение гравитационных волн. Стали наблюдать, и оказалось, что да.
была открыта двойная система из двух нейтронных звезд. Вот ПСР, значит, радиопульсар, там его координаты на небе. А оказалось, что тут две нейтронных звезды, причем одна из них старая, уже вообще никакая, она там не пульсирует, ничего не радиоизлучает, а вторая довольно юная и как радиопульсар себя проявляет. Вот за ней стали наблюдать два человека, Хаус и Тейлор, радиоастрономы. Наблюдали много лет. И оказалось, что орбитальный период этой системы потихонечку сокращается. То есть они все ближе и ближе друг к другу, и все интенсивнее и интенсивнее вращаются. Здесь кривая, вот линия, это расчет по формулам общей теории относительности, а точки – это наблюдательные данные вот радиоастрономов. Даже размер, вот мы обычно рисуем пределы ошибок, да, каких-то там экспериментальных или наблюдательных, они тут меньше, чем размер вот этих точек. Просто надо было как-то нарисовать точки. Идеальное совпадение наблюдений и теории. Вот когда это было получено, ну, много лет они этим занимались, четверть века, они свою Нобелевскую премию получили. Это было явное доказательство. Гравитационные волны в природе существуют. Потому что вообще-то были сомнения, что они существуют. Но вот это наблюдение показало, они существуют. Следующим шагом было, очевидно, сделать гравитационные волны инструментом для исследования небесных объектов. А это было уже сложнее. Кстати, двойные черные дыры, о которых мы сейчас будем говорить, они как-то даже в художественных произведениях проявляются. Я вот недавно был на выставке на одной там, в Берлине, и увидел вот эту вот картину. Мне сразу бросил, ну я астрофизик, мне сразу бросилось в глаза. Двойная черная дыра. Прочитал, оказывается, Нью-Йорк сегодня. Почему это художница или художнику, Дональд, художнику, показалось, что Нью-Йорк сегодня вот в виде двойной черной дыры, я не знаю. Но для меня это вот такая иллюстрация, даже гравитационные волны видны. Это двойная черная дыра, по-моему. Как она может себя проявить? Если волна пошла, то она пройдет и через наши приборы. И каким образом мы можем заметить гравитационную волну и измерить ее характеристики? Вот сейчас через эту комнату проходят гравитационные волны от далеких небесных объектов. Если бы мы тут пылинки какие-то бросили в воздух, то они бы начали деформироваться вот таким образом под действием гравитационной волны. Она ничего не отталкивает, она ничего не притягивает. Это, как говорят, тензорное возмущение, то есть оно в одном направлении растягивает, в другом сжимает частицы. Через полпериода в этом направлении растягивает, в предыдущем сжимает. И вот таким образом можно было бы зарегистрировать, если бы это, конечно, пылинки как-то заметно нам показали. У гравитационной волны может быть две поляризации. Ну, вот тут они показаны. Ну, понятно, что под 45 градусов. Как это заметить? Впервые попытался зарегистрировать гравитационные волны американский экспериментатор Джо Вебер. Он представлял себе, что вот берешь тело какое-то твердое и смотришь, как оно себя ведет. Если регулярно колеблется, значит, оно чувствует падающую на нее гравитационную волну. Он примерно так же первый свой прибор сделал. Взял тело, болванку алюминиевую, обклеил ее пьезокристаллами, пьезодатчиками. Кто еще помнит, проигрыватели старые, вот эти для виниловых дисков, там тоже пьезодатчик, иголочка к нему прижата. Эти пьезодатчики должны были вибрации этой болванки заметить и сказать, показать, значит, приход гравитационной волны. А Веберу не повезло, его прибор оказался недостаточно чувствительным, хотя он все время дрожал, и Вебер долго думал, что, и, по-моему, до конца дней своих думал, что он регистрирует гравитационные волны. Это были не волны, это было просто там, ну, я не знаю, в соседней комнате муха чихнула, или где-нибудь в соседнем штате там грузовик проехал. Очень чувствительный был прибор, но недостаточно, чтобы зарегистрировать. А прежде всего он регистрировал тепловые колебания атомов самой этой болванки, она же при комнатной температуре, в любом случае там хаотическое движение атомов, там фаноны бегают. Так что это был первый неудачный эксперимент, но, по крайней мере, был первый шаг. Давайте попытаемся гравитационную волну зарегистрировать. Это направление развивается до сих пор. Теперь уже эти болванки помещают в криостаты, заливают там жидким
гелием, чтобы никаких тепловых колебаний не мешало, но пока оно ничего нам не принесло. Это очень интересное направление, оно, так сказать, на звуковых, на высоких частотах позволяет регистрировать колебания, но пока не работает. Но я думаю, доведут это до конца, вот мы сейчас в институте делаем примерно такую же штуку. Но сработало другое направление, инициатором которого, одним из инициаторов которого был все тот же Кип Торн. Лазерный гравитационно-волновой детектор. Идея простая. Подвешиваем на тонких струнах зеркала, пускаем лазерный луч. Он бегает между зеркалами, потом возвращается и в другом направлении. Он делится пополам и в другом направлении измеряет. Если придет гравитационная волна, что она сделает? Она через полпериода будет эти раздвигать, эти сжимать, а потом эти раздвигать, эти сжимать. И разность хода света, вернувшегося и сложенного вместе, покажет нам интерференционную картину, которая будет дрожать в такт гравитационной волне. Вроде все просто, теоретически. 30 лет понадобилось, чтобы из этой идеи, а идея, кстати, нашим физикам, двум МГУшным физикам принадлежит, чтобы довести это до работоспособного состояния. Теперь такие приборы работают. С 2015 года, они уже стали регистрировать гравитационные волны. И почему я не говорю? Потому что они приходят, как правило, от черных дыр. Вот европейский гравитационно-волновой детектор Вирга. Две трубы вакуумных, и там бегают лазерные лучи. Ну, почему-то его в полях построили, я не знаю. Вообще это не очень, по-моему, подходящее место. А американцы, у них больше пространства, они в очень диких местах построили свои LIGO, вот эти вот лазерные интерферометры, лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория. Вот такие 4-километровые вакуумные трубы. И они как раз оказались лучшими в мире. Именно две американских в двух удаленных друг от друга точках Соединенных Штатов континентальных работают они, и они первыми зарегистрировали гравитационные волны от сливающихся черных дыр. Потом стали европейцы делать, потом сейчас японцы замечательно сделали детектор там подземный, криогенный вообще. Ну и другие люди тоже делают. Сейчас это модное направление астрофизики. Вот первый зарегистрированный в 2015 году, но это второй случай в астрофизике, когда результат не был сразу опубликован, а был засекречен на некоторое время. Хотели убедиться, что это не муха чихнула, а действительно гравитационная волна пришла, и опубликовали в начале 2016 года, как раз к столетию создания общей теории относительности, прямо к юбилею. Может, к юбилею подгадывали. Синим и красным нарисованы дрожание каждого из этих детекторов, они разнесены на 3000 километров. И тот факт, что они совершенно одинаковые импульсы показали, он говорит о том, что это действительно гравитационная волна, а не просто случайный какой-то шум. Ну, все эти мелочи не буду говорить. Откуда оно взялось? Расчеты показывают, что это две черных дыры, ну, примерно такая эмуляция, две черных дыры. Чистые гравитации, ничего, никакого вещества. Вот тут показана форма гравитационного поля, вот эти два провала, соответствующие двум массам. Видите, время, полсекунды осталось до слияния этих черных дыр. И вот это мы видим, что нарастает частота их орбитального вращения, нарастает импульс, амплитуда гравитационной волны. И сейчас они сольются и превратятся в одиночную черную дыру, и все, и никакого больше излучения от них не будет. Но как раз в момент слияния будет максимальная амплитуда, максимальная частота колебаний, и потом все, оп, слились, и последняя там десятая, сотая доля секунды. И именно такой импульс был зарегистрирован. Ну вот так показано, бам-бам-бам, слияние и всплеск энергии. Вот в этот момент в виде гравитационной волны во Вселенной выплеснулось энергии больше, чем все звезды всех галактик, известных нам, излучали вот в этот же момент
в виде света, ну, в виде электромагнитного излучения. То есть это абсолютно мощный был всплеск энергии. Да. Какая была масса? По 30 масс Солнца примерно. Вот, вот, смотрите. Вам неудобно там сидеть, я понимаю. Это вот 15-й год, Black Hole плюс Black Hole, 36 и 20, ну, с ошибкой, в общем, 30 и 30 масс Солнца. При этом, когда они слились, их сумма, окончательная черная дыра получилась менее массивной, чем если мы просто сложили две массы. А избыток массы пошел в виде МС квадрат излучения гравитационной волны. Это изумительная история, и она четко показала, что черные дыры. Ну, а потом стали регистрировать другие. И сейчас каждую неделю регистрируют так. Сработало? Ура, сработало. А эта история вот о чем. Не только черные дыры, но и, например, нейтронные звезды тоже могут сливаться и давать нам гравитационный импульс. Но ведь они еще и тела. При слиянии двух нейтронных звезд происходит вспышка, взрыв настоящий, физический. И это намного интереснее, на самом деле, чем просто слияние двух черных дыр. Потому что не только гравитационный импульс, но и все прочие электромагнитные излучения генерируются. И вот от моих однокашники Витя Корнилов и Володя Липунов, они у нас в институте создали систему телескопов-роботов, которые наблюдают эти вспышки, сопровождающие гравитационные излучения, вспышки в оптическом диапазоне. Ну, а это люди, которые реально создали гравитационно-волновые антенны американские, и они втроем в позапрошлом году получили свою Нобелевскую. Да. Скажите, пожалуйста, наблюдается слияние обыкновенных звезд? Нет. То есть оно, конечно, бывает. По природе вообще, физике. Да. Но мы не наблюдаем пока. Мы наблюдаем, например, остатки такого процесса, когда одна звезда превращается в красный гигант, расширяется и поглощает своего компонента, и он ныряет в ее атмосферу. И туда, значит, тонет. Там несколько другой механизм. Ну, конечно, там другой механизм. Там просто приливы тормозят. Да. Но гравитация там никакая. От них нечего ждать. Вот те научные результаты, которые были благодаря этому открытию получены. Это и в физике гравитационного поля, окончательная. Ну, теория относительности не нуждается в дополнительных доказательствах. Ну, еще раз мы проверили. И минимальную массу гравитона. А вот тут я отметил руководителей двух наших российских групп физиков, которые непосредственно в этой работе. Работа огромная, в ней там больше 1000 человек со всего мира участвовало, но наши внесли очень серьезный вклад. Вот группа академика Сергеева, он сейчас президент Академии наук, в Новгороде они лазеры. Не просто лазеры сделали, а такой специальный механизм, который сжимает лазерный луч, делает его компактным и мощным. А группа Владимира Брагинского в МГУ, она теоретическую базу, значит, дала для обсчета вот этих вот наблюдающихся гравитационно-волновых импульсов. И наши по праву считаются соавторами открытия. Ну, Нобелевскую премию больше, чем троим не дают, но все-таки вот приятно, что Брагинский дожил, он очень много лет работал, и он умер уже в 18 году, когда ясно было, что открыли гравитационные волны. Ну, а хорошо, это все внешние проявления черной дыры, а внутрь мы туда можем заглянуть как-нибудь? Вообще говоря, наверное, нет. Потому что формально оттуда никакая информация выйти не может. Но представить себе, конечно, можем. Мы, например, понимаем, что если какой-то наблюдатель падает в черную дыру, он прям по радиусу, то для него самого это конечный процесс. Он пересечет горизонт событий, может быть, даже и не заметит этого, если будет большая черная дыра, там приливные силы слабые на горизонте, ну и пойдет и пропадет. А для человека со стороны, наблюдающего за этим, это падение никогда не закончится. Вот наблюдатель падает, и для него время, ну все, он там погибает. А для наблюдателя со стороны, удаленного наблюдателя, тот падающий будет вечно приближаться к этой границе и никогда ее не пересечет. Вот так меняется ход времени для, с точки зрения внешнего наблюдателя. Ну, это, конечно, шутка.
Но вообще говоря, в этой шутке точно зафиксирован факт изменения темпа времени. Если вы смотрите за чем-то, что падает в черную дыру, вы можете бесконечно долго на это смотреть, никогда не увидите результата. И еще раз советую почитать книжки Новикова, который великолепно и хорошим языком это дело описывает. Вот это, кстати, иллюстрация из одной из его книжек. Они хорошо иллюстрированы. И тут в шутливой форме показано, что луч света, приближаясь к черной дыре, начинает на нее наматываться. И вообще говоря, это один из способов заметить черные дыры. Ну, об этом я уже говорил. Ладно, аккреционные диски больше не будем обсуждать. Гравитационное поле изменяет направление лучей света. Впервые это в 1919 году заметили, когда во время солнечного затмения видели, как положение звезд на небе меняется, если они недалеко от Солнца наблюдаются. То есть Солнце нам на примерно 2 угловых секунды изменяет направление светового луча. А черная дыра намного сильнее может это сделать. И даже не черная дыра. Вот я недавно нашел такой результат расчета. Любопытный. Так бы выглядела нейтронная звезда, если бы мы издалека на нее смотрели. Мы бы увидели оба ее полюса одновременно и даже заглянули бы немножечко за обратную сторону. Ну, немножечко. Но, по крайней мере, два полюса увидели бы около полярной области. Почему? Свет оттуда выходящий загибается гравитационным полем даже этого не супер релятивистского объекта, а такого умеренно релятивистского. А черная дыра, конечно, намного сильнее этот эффект может нам продемонстрировать. Например, вот так. Тут горизонт событий черной дыры. Она там где-то масса внутри сидит. А вокруг нее, например, аккреционный диск светящийся. Так вот, мы увидим не только его повернутую в нашу сторону часть, но и обратную, потому что луч света, выходя оттуда, в гравитационном поле завернется и может попасть к нам, ну, в наш фотоаппарат. Значит, как это будет выглядеть? А это будет выглядеть вот так. Это черная дыра, вокруг нее аккреционный диск. Эта часть впереди, перед дырой, ну, она нормально нам видна, а вот это и это как раз лучи света, выходящие из дальней части аккреционного диска. Эти расчеты впервые сделал, ну, не сам Кипторн, а члены его группы, там молодые астрофизики. Кипторн уже величина, Нобелевский лауреат, у него большая группа математиков, вычислителей. И они эти расчеты сделали, знаете, для чего? Фильм «Интерстеллар», когда был. Кипторн был научным даже не консультантом, а одним из продюсеров этого фильма. И он решил, что надо очень правильно, научно правильно показать там подлет к черной дыре. И вот, ну, они, конечно, вычислили это вот в такой вот форме математической для разных расстояний от черной дыры, а потом в кино это превратили уже в более какой-то художественный вариант того, как выглядит черная дыра. Это я взял кадр просто из фильма «Интерстеллар». Ну, там вот летала планетка рядом с черной дырой. В общем, историю-то это вы, наверное, знаете. Фильм видели, но это правильная, очень сложная, очень тяжелая, в смысле вот компьютерной математики, вычисление того, как будет выглядеть черная дыра с аккреционным диском. Ну, это вот из кино, там они куда-то летели, там, ну, в общем, это фантастика. Но внешний вид черной дыры, да, все точно показано, и аккреция, значит, вокруг нее. Эта история настолько возбуждает фантазии людей, что недавно девушка одна, вот Дарья Шлямина, прислала мне такую картинку и говорит, я вот нарисовала черную дыру. То есть это для художника оказывается тема для творчества. Ну, приятно. И, кстати, очень точно. Ну, она, наверное, срисовала у Кипторна, но точно и интересно. И даже можно как-то украсить офис какой-то, да, такой картиной. И потом она еще говорит, почкование какое-то черное. Ну, в общем, не знаю. Но это тема, которая не только для астрофизиков интересна, но и для художников, как выясняется, тоже. Можем ли мы увидеть это? Расчет расчетом, а увидеть? Могли бы, если бы были хорошие телескопы. Мы пытаемся их сделать. Наиболее плодотворно в последние десятилетия
Радиоастрономы научились мелкие объекты на небе видеть. И у радиоастрономов та же проблема. Чем больше инструмент, радиотелескоп, тем более детальную картинку он на небе получает. Самое предельное, что мы недавно создали в смысле радиоастрономического инструмента, это запущенный в 2011 году наш российский радиотелескоп «Радиоастрон». Он в паре с наземными телескопами, а он улетал от Земли на расстоянии там, почти Луны, там 300 тысяч километров, он работает как один гигантский радиотелескоп. К сожалению, и у него до сих пор, вот он закончил в 2019 году свою жизнь, у него рекордные характеристики по угловому разрешению. Но он не был, его диапазон работы там на 3 сантиметрах он наблюдал, для исследования черных дыр не был приспособлен. Сейчас у нас идет борьба в Академии наук за то, чтобы выбить деньги на строительство нового космического телескопа «Миллиметрон», который будет видеть черные дыры с великолепным качеством. Но пока денег нет. Ну, вернее, там идут всякие процессы по выбиванию денег. А пока суть до дела. Удалось на Земле, не улетая в космос, соорудить такой радиотелескоп. Его назвали, ну это тоже система из нескольких уже существовавших ранее радиоантенн. Телескоп горизонта событий. Две антенны на континенте, одна на Гавайях в Соединенных Штатах, одна вот там в Чили, в чилийских Андах, и одна в Испании. Есть еще одна антенна на Южном полюсе, но она в этой работе пока не принимала участия. Вот эти вот четыре. Они фактически разбросаны по всему земному шару, и сложность была в том, чтобы объединить их сигналы, то есть создать как бы один инструмент из них. Они работают в миллиметровом диапазоне. Это очень сложно. В сантиметрах мы научились такие межконтинентальные интерферометры делать. В миллиметрах это первый опыт, и он очень удачно получился. Люди 10 лет над этим работали и объединили. То есть каждый из них наблюдает по отдельности, записывает в память компьютера результаты наблюдения, а потом свозится это все в одно место, включается синхронно и получается как бы одновременное наблюдение. Вот таким образом. Сейчас уже и на Южном полюсе телескоп тоже подключен к этой работе. Ну вот то, о чем я сейчас расскажу, оно результат работы вот этих телескопов. Что они наблюдали? У нас под руками две сверхмассивных черных дыры. Одна не очень сверх, 4 миллиона масс Солнца. Это наша родная, в центре нашей галактики. Но ее плохо видно. Слишком много вещества на пути от нас к ней. И оно рассеивает радиоволны довольно сильно. А вторая в соседней галактике, Дева А, созвездие Девы, такая огромная эллиптическая галактика. И мы давно подозревали, что там в центре что-то есть, потому что оттуда вот высовывается такой джет. Телескоп Хаббл нам показывает, что прямо из центра этой галактики выстреливается струя. Значит, что-то там такое мощное сидит. И вот посмотрели туда и увидели 2 года назад, что там, да, черная дыра. Это ее аккреционный диск. И это, ну, то, что называется тень черной дыры, то есть саму-то ее мы не видим, но по форме аккреционного диска, искаженный гравитационным полем, это расчет, а это реальное наблюдение. Все очень точно, одно другому соответствует. И никаких нет сомнений, что там с массой несколько, уже не миллионов, а миллиардов масс Солнца находится черная дыра. А последнее, что о черных дырах можно сказать. Дело в том, что под них могут маскироваться, возможно, еще более интересные объекты. Снаружи они выглядят как черные дыры и проявляют себя как черные дыры. И могут быть аккреционные диски и все там преломления лучей. Но это может быть более интересный объект, а именно вход. Вот так мы рисуем обычно эквипотенциальную поверхность рядом с черной дырой. Вход в другую черную дыру, то есть это может быть пространственно-временной туннель, который снаружи кажется и одному наблюдателю, и другому наблюдателю, как черная дыра. А на самом деле это еще одно решение уравнений Эйнштейна, которое говорит, что удаленные друг от друга точки в пространстве,
могут быть соединены вот таким вот в гиперпространстве коротким путем в виде такого туннеля. Червоточина, и там вормхол его называют, мы его обычно называем кротовая нора почему-то, ну, так или иначе, известная вещь. И я взял картинку из книжки Кипа Торна, потому что Кип Торн, он не сразу кино стал делать, он еще когда молодой был, он в литературе отметился. Может быть, помните, значит, Карл Саган есть такой, был такой астрофизик американский. Он написал единственный роман в своей жизни «Контакт», а потом он был в виде кинофильма сделан. Так вот, в конце этого фильма там девушка-радиоастроном, женщина, она путешествует как раз сквозь такой пространственно-временной туннель. Карл Саган, он не был специалистом по теории относительности, он задал такой вопрос Кипу Торну: а нельзя ли как-то быстро перенестись из одной точки пространства в другую? Сначала Торн сказал, что нет, это невозможно, а потом нашел решение, и, кстати, Игорь Дмитриевич Новиков вместе с ним, в этом, значит, у них была статья совместная, что можно не по нормальному пространству, а коротким путем путешествовать во Вселенной. Но сразу ясно, что нырнув туда, ты будешь разорван приливными силами. И, в общем, человеку в такие туннели лучше не соваться. Но если очень большая масса фигурирует внутри этого пространственно-временного туннеля, то, может быть, приливы там будут послабее, и, может быть, действительно, это, так сказать, вариант космических путешествий. Однако, и тут я знаю, что вы устали, но потерпите еще 2 минутки. Однако, те же самые решения, которые показали вот возможность таких кротовых нор, они оказались неустойчивыми. В каком смысле? Ясно было, что если туда, вот можно, математически можно создать этот туннель, но если туда какую-то массу, ну, человека там или космический корабль опустить, тут же это схлопнется все. Ну, неустойчивое решение. Как вот поставил, формально он может стоять, а на самом деле он стоять не будет. Он обязательно упадет куда-нибудь, как карандаш на острие. И все. И на этом на многие годы, вот после фильма «Контакт», как-то перестали говорить о кротовых норах, пока в самом конце прошлого века, там, в 98 году, не был открыт факт ускоренного расширения Вселенной. И стали думать, а какая сила вызывает ускоренное расширение Вселенной. И сейчас подразумевается под этой силой некая субстанция, темная энергия. В общем, субстанция, обладающая антигравитационным свойством, способная все расталкивать. И вот выяснилось, что если ее добавить к решению, описывающему эти каналы, эти кротовые норы, она может их стабилизировать. Гравитация с антигравитацией могут друг друга уравновесить. И, может быть, такие путешествия действительно когда-то, если мы научимся, так сказать, повелевать этой силой и использовать ее антигравитационной, может быть, когда-то это все сработает. И будем летать короткими путями, Бог знает куда. Я на этом совсем закончу. Рекомендации. Кроме книжек Новикова, конечно, есть и современные книги. Вот это из западных книг, мне кажется, лучшая. Она не очень простая, там некоторая математика, некоторая физика есть. Мы ее перевели на русский язык. Я был редактором, могу сказать, что книжка хорошая. И советую вам ее для продолжения этой темы почитать. Она сейчас есть на прилавках. Все, спасибо. Спасибо. Большое спасибо за лекцию. У меня вопрос про эволюцию черных дыр. После того, как массивная звезда эволюционирует в черную дыру, будет ли она как-то эволюционировать дальше? И что эволюционирует сверхмассивные черные дыры? Сразу про сверхмассивные ничего не известно пока. Вообще, мы их обнаружили даже в галактиках, которым всего лишь даже меньше миллиарда лет от рождения Вселенной.
как они могли такие черные... Ну, если бы времени было много, то любая черная дыра постепенно кушает, кушает и растет, да? Но за такое короткое время, за миллиард лет, черные дыры, начиная от звездных масс до миллиардов масс Солнца, не должны дорастать. Непонятно, как они происходят. А эволюция самой черной дыры, ну, поглощать окружающее вещество. А что еще она умеет? Видимо, нет. Хотя формально процесс Хокинга должен происходить, но это было бы только в абсолютной пустоте. Но где вы ее найдете, абсолютную пустоту? Всегда черная дыра чем-то окружена. Есть межзвездное, межгалактическое вещество. Нет абсолютной пустоты. И расчеты показывают, что... Вот единственный вариант, где излучение Хокинга могло бы проявить себя в полную силу. На Большом адронном коллайдере разгоняют протоны, ударяют друг друга. В принципе, там могут микроскопические черные дыры появляться. Вот они настолько быстро будут испаряться, что тут Хокинг работает, а все остальное просто не успевает. Но что-то они там не рождаются. Здравствуйте, Дмитрий, зовут. Да? Спасибо за лекцию. Я все ваши лекции уже пересмотрел, я тут сюда. Значит, вопрос такой. Вы знали, что в вакууме на самом деле рождаются, играют постоянно виртуальные частицы. Вот. Я смотрел лекции Олега Верходанова, но я особо понял, как это происходит. Может, вы сможете как-то пояснить? Не поняли, как они рождаются? Да. Вот. Ну как, принцип неопределенности. Квантовая механика говорит, что ни одну величину физическую невозможно зафиксировать. Она всегда колеблется. Энергия любой частицы и даже несуществующих частиц тоже все время колеблется. Я не знаю, тут физики есть такие крутые. Ну вот можете... Физики это понимают, да? Нулевые... Ну не, но это немножко не то. Нулевые колебания, они... То, что это факт, безусловно, экспериментально подтверждено. Даже вот движение электрона в атоме, оно чувствует присутствие виртуальных частиц. Если бы вакуум был абсолютной пустотой, атом водорода излучал бы другие спектральные линии, чем в присутствии вот этих постоянно рождающихся и умирающих рядом с ним частиц. Это эксперимент, он идеально точно. А почему они? Потому что так природа устроена, я не знаю. Квантовая механика, ну чего, вот она правильная. Да. А, погодите, нам же надо писать. Да. У меня несколько вопросов. А. Первый вопрос. Это по фотонной сфере. Спасибо. Да, пожалуйста. Вначале, когда рассказывали о строении черных дыр, говорили, первая сфера – это фотонная сфера. Потом как частицы безмассовые. Без. А как же получается, когда она обращается вокруг гравитации, но не гравитации должна? Как же? Он летит по прямой всегда, но прямая в данном случае – это замкнутая линия. Ну, мы же это наблюдаем просто вот на небе. Смотрите, во всех формулах там фигурирует масса. Если масса равна нулю, Энергия. Почему? То нет. Ни сферы, ни фотоны, ничего нет. Масса покоя равна нулю, но энергия в тензор есть, энергии. Нет. В тензоре энергии импульса масса и энергия, они на равных присутствуют. И вам все равно, в какой форме. В виде массы покоя или в виде массы движущейся частицы. Ну, энергии. Тогда развитие немножко этого вопроса. Через черная дыра работает не только по веществу, но и по любому электромагнитному конечно, излучению. Да. И по гравитационному, и по любому излучению, конечно. Да. А может свет зажжем? А? Добро на такое обывательское предположение, я хотел бы вас попросить ух ты. Его разбить по пунктам с научной точки зрения. За последнее время нас, обыватели, благодаря таким просветителям, как вы, беспокоит очень сильно проблема скрытой массы в галактиках. Вот прям спать не можем. И а нельзя ли вот это все просто объяснить вот наличием черных именно дыр, где не заколоны. Галактики на периферии, да, видимо, вещества. И нельзя предположить, что они еще образуются не только в результате коллапса, но это и есть просто остаток сингулярности.
Спасибо. Лет 20 назад примерно так и думали, и даже несколько экспериментов специальных затеяли, чтобы найти эти самые черные дыры в галогалактике и понять, сколько их там, и не могут ли они всю скрытую массу, то, что мы dark matter называем, темное вещество, нашли некоторое количество и планет маленьких, блуждающих между звездами, и невидимых звезд, ну, таких тусклых, что не видно, по гравитационному искажению света других далеко лежащих звезд, даже в других галактиках. Но не хватает их количества, чтобы где-то 5% они могут внести в ненаблюдаемую, вот в скрытую. Не по статистике, если было много, они бы часто перед телескопом летали. Потом есть еще одно такое надежный факт. Если бы их было много, они бы пролетали через облака межзвездного газа, поглощали его и становились бы яркими источниками гамма и рентгена. Этого тоже нет. В общем, с некоторых, так сказать, обложили их со всех сторон. Черная дыра как остаток именно сингулярности? Ну, в принципе, да. Но какие они будут? А первичный, это то, что называется первичный черный дыр. Да, вот остаток первичной сингулярности. Не знаю, пока они никак себя не проявляют. Может, и есть. Да. Давайте. Да. У меня по космическим скоростям. Я немножко там чуть-чуть физикой занимаюсь, детками, я бы объясняю астрономию, потом я к вам подойду еще проконсультируюсь. Тут вопрос вот какой. Есть две космические скорости. Первая и вторая. Говорят, третья, четвертая, но ведь это скорость у нас относительная. Да. Относительно какого центрометра. Да. Вот для черной дыры понятие второй космической скорости есть? Если есть, то можно хотя бы оценить нижний предел этой второй космической скорости. Но это зависит от расстояния до черной дыры. Если на больших расстояниях от нее, это будет ну, нормальная Ньютонова. Вторая космическая. А если ближе, да, когда вы подбираетесь к горизонту событий, она стремится к скорости света. А выше скорости света ничего нет. Скорость света для нас с вами, вернее, для черной дыры, это является первой космической скоростью. Второй. На горизонте событий это аналог второй космической скорости, то есть параболической скорости. Может, давайте потом, чтобы... Да. Я хотел спросить, да. Вот касательно теории градовых норм, какие да. силы являются, лежат в основе и позволяют возникать аккреционному диску вокруг таких градовых норм? Так, я сейчас... Ну, то есть, допустим, когда у нас есть черная дыра, ее сила притяжения, сгоняет, да, объекты, да. Кротовая нора – это тоже гравитационный объект. Тоже гравитационный, да. И она для каждой из этих устий, оно внешне проявляет себя просто как масса, как черная дыра. Пока что, да? Конечно. Но вы знаете, это такая теория, которую радиоастрон телескоп я вам показывал, да? Его отцом этого проекта был академик Кардашов. Он вот в прошлом году, к сожалению, умер. И он втайне, все знали про это, втайне надеялся с помощью этого прибора, радиоастрона, найти именно кротовые норы. С черными дырами уже, в общем, все тривиально стало, понятно. А он надеялся, что все-таки можно будет найти кротовые норы. Но понятно, что радиоастрон для этого не совсем подходящий, а вот то, что делают сейчас, или, так сказать, стараются сделать, миллиметрон, это тоже космический радиотелескоп, но в более коротковолновом диапазоне, на миллиметр, вот, может быть, он детально покажет структуру гравитационного поля, там, у нашей родной вот этой центральной черной дыры, может, она окажется входом в кротовую нору, кто знает. Да, давай. Спасибо за вашу большую такую обзорную лекцию по гравитационным явлениям. У меня такой вопрос. Я иногда прослеживаю за новостями, но
как не специалист в этой области, несколько не в курсе. Можете пояснить текущий статус вот, будущего развития этих гравитационных антенн, конкретно статус проекта ЛИЗА? Насколько я знаю, это такой большой, планируется большой космический, большая космическая обсерватория, типа вот ЛАЙГА, ВИРГА, вот, планирует, что она будет летать вокруг Земли. Ну, вот, вокруг Солнца даже. Вокруг Солнца, да. Вот, и состоять из трех детекторов, образующих такой гигантский треугольник из лазеров в пространстве. Можете прояснить его текущий статус? Ну, там есть слайды, но уже не будем. Дело в том, что каждый прибор обладает каким-то узким или более широким диапазоном чувствительности. Вот те, которые сейчас работают, они чувствуют колебания с частотой примерно звуковой, где-то там порядка килогерца, да? А в космосе могут быть и более длинноволновые гравитационные волны, и более коротковолновые. Вот в область коротковолновых, это твердотельные детекторы мы сейчас делаем, может быть, они сработают. А длинноволновые, например, двойные звезды, они же медленно крутятся, там у них периоды могут быть минуты, десятки минут. А это как раз космический телескоп. И представляет он из себя проект пока так. Три спутника будут летать в виде такого треугольника по орбитам вокруг Солнца и постоянно измерять расстояние между друг другом. Ну и как только придет гравитационная волна, это расстояние нарушится, спутники начнут гулять и таким образом сообщат нам о гравитационной волне. Статус такой: проект есть, денег нет. Нет, на полноценный проект денег нет. Это американский был большой проект. Но европейцы в прошлом году запустили пробный спутник, который, так сказать, настроен, ну, должен продемонстрировать, что эта технология вообще осуществима. И он нормально работает. Он показал, что, так сказать, надо в этом направлении двигаться, что надо эти деньги найти, система будет работать. Там довольно сложно. Внутри спутника тоже взвешен прибор, который не чувствует ничего, кроме гравитации, но работает. Это такая ЕЛИЗА, по-моему, он называется, европейский ЛИЗА, в общем, один пока спутник. Но проверили, работает. Все, может быть, сделают.